Предлагаю сделать рисунок в виде вот такой забавной пряничной игрушки. Сначала мы сделаем эффект, как будто бы у нас много-много еловых веток. Для этого на черном фоне мы кистью амбре, краской гелевой, без остаточной липкости импаста белый рафинат делаем насечки и берем коллекцию Голливуд. Это витражные полупрозрачные материалы с глиттерами, очень подходит для Нового года. Первый слой покрываем цветом Джуди и сушим. Далее делаем еще раз насечки в пустых местах, которые у нас остались после первого прохода. Сушим. И цветом Мерлин делаем по ним тоже проход. Можно неравномерно. Далее мы намечаем границы примерной нашей будущей звездочки пряничной и разукрашиваем ее 392 оттенком, а сверху имитируем глазурь белым гель-лаком «Белый лотос». Сейчас я пользуюсь моей любимой кисточкой KM3. Она из красного соболя и отлично подходит как для прорисовок, так и для растушевок и для заполнения. Красным цветом из коллекции Голливуд я делаю носик и щечки. И витражом коричневым теперь работаю. Я им делаю тени. В рисунках я обычно использую два вида теней. Первые тени идут цветом. И второе оттенение я делаю черным, помешанным с прозрачным топом. В данном случае у меня черный тюльпан и теклос. Чтобы выделить нашу игрушку от фона, мы ее тоже немножко обводим полупрозрачным черным, приглушая веточки елочки на заднем плане. И дальше мы берем уже черную смолу импасту, тонкую линейную кисть 5/0 и начинаем делать финишную обводку. Рисуем глазки, ротик, обводим носик. На глазури буду рисовать обсыпку. И чтобы контур был максимально тонким, сначала рисую ее черным цветом. Делаю финишную обводку на самой звездочке. Делаю светло-светло-желтым и ставлю блики в глазках. Белым подрисовала немного еще веточек еловых, чтобы казалось, что они объемные. Сделала пастельные оттенки с белой эмпастой. Ставила прорисовку в обсыпку, чтобы казалось, что черный всего лишь контур. Перекрыла матовым вельвет-топом, посушила. И белым сейчас намечаю блики на глазури. Получается максимально реалистично и объемно. Подвеску выполнила золотистым цветом XOXO из коллекции Happy New Year. И сейчас тоже белым ставлю немножко бликов на подвесочку и еще чуть-чуть на глазури. Вот такая вот пряничная игрушка у меня получилась как настоящая. Классно сочетается с веточками и кусочками апельсинов, шишками и ягодками.